Такой хороший день, солнечный, первый день лета, и все знают, сегодня Международный день защиты детей. Тоже хороший такой, я считаю, придумали праздник, нужный очень. А в этот день охранная фирма «Витязь» пошла к нам, скажем так, навстречу, обратилась к детской больнице, к администрации, нужна ли какая-то гуманитарная помощь. Нам гуманитарная помощь всегда нужна, мы всегда рады всем спонсорам. Ну и вот акт доброй воли, как мы видим, к нам поступила гуманитарная помощь в виде памперсы, постельные принадлежности, те самые необходимые стиральные, моющие средства, те самые необходимые вещи, которыми пользуемся. Почему это нам необходимо? Ну, потому что ни для кого не секрет, есть у нас в детской больнице детки брошенные, есть социальные отказники, иной раз с приютов привозят детей, тоже болеют все. Вот, и поэтому тот груз, который к нам доставила фирма «Витязь», низкий поклон от себя лично, от наших сотрудников, этот груз для нас очень важен и нужен. Спасибо им большое, низкий поклон. Нет, вчера не было. Всем спасибо.